Добрый день, дорогие друзья, подписчики, зрители канала. Продолжаем двигать миссари, с вами Трофим. Итак, ребятки, я не знаю, давайте, наверное, худ отключим, да? Все-таки разбиты уже в усмерть, блин. Противогазик, пока отключим худик. Там потом починю, и можно будет включить, потому что никуда не годится, нифига не видать. Надо было при боевке, наверное, снимать его. Или он бы задохнулся здесь. Ну, в общем и целом, короче говоря... дабы нам видно все было. Так, сейчас здесь осмотрим, я вот что придумал. Давайте, знаете, как сделаем? Нам все равно в любом случае спешить по заданиям пока не будем. Разживемся хабарком. Сейчас быстро на Янов вернемся, распродадим, что есть, и пойдем, наверное, в лесничество. Обойдем территорию, посмотрим по поводу хабара, разживемся, так сказать... стволами, может, там зомбированных отстреляем. Дело в том, что с этой локации не уйдем до тех пор, пока не приведем себя в порядок. И по броне, и по стволам. Ну, короче говоря, не разбогатеем. Так, что, кто тут у нас? Кто тут у нас? Снять хабарок ни с кого не получится. Вот, пожалуйста, это что? Отлично. Васек мясник. Забираем с него вот стволики. В прошлый раз мы... Так, вот аптечка тут у тебя. Сейчас в любом случае наведаемся перед тем, как идти в лесничество. Пацаны, наведаемся, скорее всего, с вами обратно к себе, до дому, до хаты, так скажем. Скинем все вещи, там, кому распродать можно. Там борода, вроде как вы мне говорили, принимает. Покупает стволы. Здесь однозначно есть артефакт. А там, вот смотрите, жмур лежит. Но у меня радиация, если я подойду ближе, скорее всего, радиация убьет. А интересно было бы у него хабарок снять, да? А ну-ка, может, получится. Аккуратненько давайте. Вох ты, ППШ, блин, красота какая. Блин, ну куда я залез, а? Ой-ой-ой, не-не-не, пожадничал, не канает. Вы поняли, да, не канает, не канает. Но ППШ, видели? ППШ вообще красивый ствол. Обожаю этот ствол. Так, давайте еще раз. ППШ вообще обожаю. Ну ладно, не страшно, пацаны. Не страшно. Сейчас тогда туда суваться не будем. С этих снимаем. План такой. Снимаем сейчас хабарок. Заносим, распродаем, разряжаем стволы. Что надо, оставляем. Что надо, докупаем. И выдвигаемся, пацаны, с вами до этого, как его... До лесничества. Вообще прогуляемся по зоне, разживемся хабарком. Будем тщательно подходить. Прохождение будет неспешливое, ну то есть неспешное, сразу предупреждаю. На Янов не перейдем до тех пор, пока не разживемся. Тайники все соберем, всю локацию зачистим, все квесты, какие возможно, какие, так сказать, задания здесь имеются, все выполним. И только потом будем перебираться на Янов. Ну, там в любом случае на Янов придется нам сгонять, да? В любом случае придется сгонять, вернуться, они там взаимосвязаны. И квестовая линия так нас поведет. Но я вам просто к чему говорю, то что тщательно подходить буду. Так, и здесь у нас трупачок, да? Что там у тебя за стволики? Вот у него калашик интересный, да? А, ну 74-й, да, АКС 74-й. Дробь. Так, то чувачок там лежит. Ну-ка, ну, ППШ-то у нас получится снять, я думаю, да? Да, ППШ получится снять. Аккуратно. Так, все, забираем, отходим. Отходим, все, великолепно. ППШ, ну-ка, в каком состоянии? Блин, убитый, убитый ППШ. Да, убитый. Калибр, обратите, не 7,62, а 9,18. Переделали калибр, блин. Супостаты. Как выглядит в руках, мне интересно. Ох ты, красота какая. У нас в Fallout'е ППШ с вами, да? Мы рулим там. И здесь еще. Вообще красава. Будем работать. Интересно, сколько его, чтобы починить? Ну, много денег, наверное, чтобы починить этот ствол. Давайте все-таки пока скорпиончик. Где он? Погодка совсем не радует, как вы видите. Все, возвращаемся до дому, до хаты. Потихонечку, помаленечку.
И дальше лесничество нас ждет. По инструментам прогуляемся, пообщаемся с, там, если встречать будем сталкеров, может, узнаем какую-нибудь информацию. То есть такое свободное, типа как во фриплее. Квестовую линию все мы уже знаем. Тут, само собой, сами вы понимаете, квестовая линия, как Зов Припяти тот же. Ну, там, конечно, изменили многие квесты, но все-таки. Так, а у меня что, здоровье падает? Я голодный. Надо быстрее до дому, до хаты двигать. Перекусить, может, часок поспать, а? Потом можно будет, знаете что, взять задание у бандюков. О, необходимо передохнуть. Да, я подуставший. Давайте что-нибудь съедим. У меня где-то был перекус. Очищенная водичка. Время действия, насыщение, плюс 66 килокалорий. Блин, да я не хочу, не водичку, давайте, наверное, консервированные томаты. Вот это вот съедим. Использовать. Вот, ну, один пунктик всего добавил. Необходимо передохнуть, блин. Сейчас часок поспим, наверное, хлопцы. Придем, часочек вздремнем. Видите, как тут все проработано. А время сколько? 17:43. О, слушайте, 17:43, мы можем, в принципе, с вами, знаете, чем заняться? Этот, как его? Перетереть, о, вон хабарок лежит. Перетереть, тихо-тихо там. Еда какая-то, да? А, обнаружен тайник, отлично. Сняли, похоже, перекус какой-то, да? Журнал, странный журнал, больше похоже на чей-то коллективный походный дневник. Из-за обилия вклеенных фотографий долговцев, карикатурно нарисованных бандитов и множество разных рассказов из зоны. Каждая подобная запись пронумерована. Последняя из них, ну понятно. Ну она нам не пригодится, почитать навряд ли мы сможем, да? Да, ну продадим этот хлам. Я знаю, что хлама здесь много, я в принципе это уже понял. Различного, то есть не особо ценного, который в процессе продавать. Не договорил. Знаете, чем можно заняться? Сейчас прийти поспать и перетереть с этим, с бандюком, султаном. Правильно же, хлопцы? И на 12 часов стрела, или на сколько, на 11, пойти разобраться с бандюками. Ой-ой-ой, тут радиация. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, у меня антирадиационных нет. Да, там радиация. Ой-ой-ой, пацаны, вляпались, а. А радиацию надо снимать, иначе у меня здоровье сейчас снимать начнет. Видите как? У меня вообще ж дара антирадиационных нет. И здоровье надо бы восстановить. Одну аптечку, что ли, съесть. А не, она, аптечка от радиации никак. Да, у меня, посмотрите, ни одного антирадиационного нет. Какой-то набор для стрижки, блин. Набор для стрижки и бритья. Его тоже нельзя им воспользоваться, только продать. Все эти... Ой-ой-ой, задышал уже. Все. Побежали, короче, надо радиацию снять, блядь. Иначе я сдохну. Так, нам в эту сторону. Видите, уже еле-еле. Да, в таком костюмчике долго не походишь, пацаны. Придется, надо срочно где-то деньги собирать. Ствол пока уберу. Видишь, уже задышал. Да я понял, что тебе плохо. А это что, ампула морфина? Блин, а антирадиационные разве мы не покупали? Похоже, что нет. Срочно нужен костюм, пацаны, это никуда не дело. Или Сева, или же этот эколог, блин, чтобы вот так по зоне двигаться. Таких антирадиационных зон немерено. И что, мы так постоянно будем с вами мучиться? Это однозначно никуда не годится. Блин, вы посмотрите, как мне плохо. Тут так проработано, радиация моментально убивает главного героя. Это вам не просто, как в обычном сталкере. Так что имейте в виду, кто играл, тот как бы знает. О, все, я даже не дошел. Блин, ну это вообще парадокс. Я просто даже не дошел. Вообще. Смешно. А где мы? Я даже не сохранил игру, похоже. Ладно, давайте увидимся здесь. Я не буду сейчас повторно это, пробегу быстренько. Давайте. Здесь увидимся уже на этом, на корабле. На Янове. Ой, на Янове, на Скадовске.
И еще видите, почему он так вздыхает? Добрался я, обошел ту зону радиоактив. Еще видите, почему он вздыхает? Все-таки 48 килограммчиков мы прем, пацаны. Он моментально вздыхает, ему нужно передохнуть, понимаете? Перегруз, надо за этим следить. Или увеличить, или покупать рюкзак там на вес больше или что-то. Дабы увеличить вес переносимый. Никуда не годится 37 килограммчиков. Так мы хабаром не разживемся. Ну а там все цены очень большие. Пока что придется так двигаться в таком режиме, в плащице. Вы помните, цены неимоверные. Так, заходим. Сейчас, я думаю, не сдохну, бля. Так, первым делом разряжаем стволы. Сейчас вот здесь привстану. Разряжаем стволы все, если можно. Продавать будем, деньги нужны, бля. Тем более они убитые. Вот, этот разрядить. Патроны, стволы все скидываем, их немерено тут по зоне. А патрончики пока что оставляем, там потом ствол подберем. То оружие, которое будем использовать. ППШ я даже не знаю, блин, он изношенный, да? Невозможно установить глушитель, навык владения высоким. О, посмотрите, как сделали. Пистолет-пулемет, разработанный советским конструктором Георгием Шпагиным. Принятый на вооружение в 1941 году и активно использовавшийся в Великую Отечественной войне, а также во многих вооруженных конфликтах послевоенного времени. В СССР был снят с вооружения в 1951 году и заменен автоматом Калашникова. Данная версия пистолета-пулемета модифицирована в зоне для стрельбы дешевым и распространенным патроном 9.18. Видите, модифицировали под калибр 9.18 от пистолета Макарова. Вот такая вот красота. Все, сбрасываем весь этот хлам. Как говорится, здорово, здорово. Так, да, зря взял я у бороды, кстати, на артефакт задание. В любом случае не найдем. Поспешил. Не надо было, вы мне писали там, не надо было брать, все правильно. Надо было вначале найти все ряд артефактов, потом уже брать заказы. И посмотреть, какие есть. Правильно? Так было бы логичнее. Ну да ладно, чё. Раз уже так, то... Так, ну давайте, не буду пользовать этот АКС. Скидываем пока его. Я для себя уже там... Мы так уже примерно представляю, чем, что будем юзать. Пока это сбрасываем. ППШ. Блин, он подубитый. Сколько он... Отремонтировать его навряд ли, да, получится. Десерт Игл тоже, наверное, забирает. Денежка нужна. А сколько за ППШ? Ух ты. Не, а давайте, знаете, просто попробуем ради интереса, пока я не буду продавать. Продать. И вообще весь хлам сейчас скидываем. Эти журналы все. Что это такое? Комплект картографии зачем нам? Лопатку. Ну, лопатку пока оставим. Я не знаю, может пригодится. Копыта кабана, это, наверное, ученым лучше. Запчасти от мутантов, правильно? Лучше, наверное, ученым скидывать. Так, это что? Колода игральных карт. Зачем мне колода игральных карт? С пацанами, если только перекинуться, да, там. С карданчиком, за бутылочкой. В 1000. Так, российский табачок. Ладно, все. А, все, я все распродал. Пока что и продавать нечего. Знаете, что я хотел? Так, а что у тебя есть? Нам надо антирадиационные препараты, пацаны, хотя бы один взять, там, я не знаю. Антирадиационные препараты, блин. Вообще здоровье подлечить. У меня, видите, сколько, как здоровья мало. Может, поспать сейчас посмотрим. Поспать, навряд ли он восстановит. Так, а кто там мне говорил, что ящик у кардана? Ящик это в СГМ моде же у нас. Ящик для разбора. Или здесь тоже есть? Ну-ка. Здорово. Да что-то он не хочет. Нет, здесь похоже нет, пацаны. Ящик это в СГМ моде. Вот эти вот два ящика. Здесь для разбора оружия в СГМ, да? А здесь у нас для того, чтобы сталкера покупали вот этот ящик. Здесь такого нет. Я не знаю, что вы там отписались. Давайте пообщаемся с карданом, узнаем, что там... Или он, может, где в другом месте стоит этот ящик. Так, сколько он хочет за ремонт, допустим. Ну, вообще, в целом. Например, ремонт. Блин, нифига себе, стоимость 32 тысячи. Недостаточно денег. Ну, конечно, броню отремонтировать. Противогаз также, да, окей. Противогаз, наверное, также.
ремонт вообще 35 тысяч хочет. Так, ну допустим ствол 8. Ну ствол давайте хотя бы Скорпион отремонтируем, надо ремонтировать, не запускать, а то потом ценник вырастет. И ППШ ради интереса сколько хочешь за ремонт? Сколько? 28 тысяч. Ну вы, ты барыга. Ладно, ППШ пока оставим. Не знаю, есть. А что ты задышал-то так пока? Слышите? Устал что ли? Я вроде все скинул вес. Голодный похоже, да? Или давай часочек поспим. У меня радиации никакой нет. Надо просто подлечиться, похоже. Давайте-ка подлечимся. Ранение облучился. Наверное, и поспим часок. Слушай, мне нужна... И что все это? Хорошо, вот, держи свои деньги. Подлечи меня хорошенько. Ну, никуда не годится, вы видите, да? Там уже задыхаться начал, блин. Видите, как здесь хорошо проработано? Молодцы. Усталость, вот это все. Радиация, блин. То, что не выспишься, если затуманенное вот это вот сознание, блин. Режим дня и ночи необходимо соблюдать. В этом плане. Во, замечательно. Но голод все равно голодный. 1150. Опять денег нехватка, блин. Ладно, пойдемте, да, сбросим ствол. И, наверное, знаете что? Поспим и пойдем на бандитов поработаем. Сбросим пока этот АКМ. Патроны все, да, ненужные, блин. Потом подберем какие... Так, вот эти все патроны. То есть стволы будем скидывать, а патрончики пока нет, пригодятся. Глушитель у меня есть советский, да. Пока тоже можно выложить. Сигареты, вот эти мины осколочные пока выложим. Чтобы по минимуму вес там хабар собирать. Лопатки. Ампула. Лопату, наверное, тоже оставить. А сколько будет копыта кабана? Вот эти рубли же тоже можно продавать, скорее всего, да, 100-рублевые монеты. Сколько у меня патронов? 59 рубликов, хлопчики. Не так много. Это по пище, да, украинский рацион. О, сейчас перекусим. Сейчас перекусим, хлопчики. Все, и докупить патронов получится, нет? Давайте покушаем перед походом. Вот здесь вот на лавочке присядем. Да подожди, сычни, не наворачивай. Наворачиваешь там. Так, перекусим. Использовать. Отлично. Во, видите, как голод сразу утолил этим рационом. Сухпай, бля. Отлично. Сейчас знаете, что сделаем? Наверное, поспим и перетрем султаном, пойдем почистим. Подумаем там, можно или за сталкеров, наверное, сдадим, да, бандитов. Или за бандитов поработать, даже пока еще не решил. Сейчас пообщаемся, в процессе общения порешаем. Так, но патронов не так много, 59. И 7 таких. Так, а слушайте, у Бороды-то цены по ним, Сыч вообще барыга, тот же самый, как этот у нас, как Сидорович. Ну-ка, слушай, а у тебя нет никаких патронов? Блин, вот этот костюм нам нужен. Видите, эколог, блин, или сева, блин, дабы, чтобы двигаться от радиации и так далее. Тут вот еще ящики для контейнеров, для артефактов нужны. И, ну, и все это дорого. В общем и целом, посмотрите цены по 3-4. Вот эти все ящики для контейнеров, для артефактов, для инструменты, наборы. Вот видите, универсальный набор для чистки оружия и так далее. Цены-то какие? Это пока что рано. Нам вот сейчас бы выжить. Это самое главное. Водочка, что ли? Водка не миров, бля. Привозная, хлебушек сколько хочешь. У меня еды вообще не осталось, да? Это что? Радиационное облучение. Забирай. Кстати, его, наверное, приготовить можно. Да, на огне там. Это мясо. Вот эти 100-рублевые, наверное, скинуть можно. Патроны, смотри. 1000 рубликов, отлично. Сейчас я у него посмотрю, какие патроны есть. А у него нет, зато у него аптечки есть. У меня одна аптечка, один стимпак, один бин, да? А сколько ты за аптечку хочешь? 1140. Так, вот у него патроны имеются за 400. 357 калибр. Это что? Прицел ПУ. Прицел универсальный, стандартный оптический прицел Красной Армии. Времен Великой Отечественной войны предназначен на винтовку Мосина. Прицельчик. Ну, это для снайперов красава. Кто снайпером играет по специализации за снайпера, им можно пользоваться. Так, ну что, не вижу я у него патронов нам нужных, да? Может, просто я их не вижу, они здесь есть, блин. Блин, какая дорогая еда, ну вы посмотрите.
Тогда придется у Сыча брать на 9.18. Сейчас возьмем, а на остаток, я не знаю, наверное, еще аптечку возьмем или антирады нам нужны. Нам нужны антирады. Давайте, стойте, хотя бы один взять надо, пацаны. Хотя бы один антирад нужен, это факт. Ищем. Ну, они цены у него. Так, ищем антирад. Вот он, ага. 1900, видите, какая цена? Но надо, пацаны, купить. 378 рубликов. Все, ничего, даже на патроны не хватит. Будем экономно работать. Будем работать экономно, бля. 59 патрончиков. В любом случае, хабар снимем. И еще на ПБ, на этот. На этот у меня ствол уже, да, там было. Патроны есть. Да, ПБшный. Давайте. Вот же я выкладывал 7, да тут вообще патронов 8. Это 9.19, да. Да, ну хоть 7 патрончиков на бронебойных на всякий случай. Так, сталкеры, ну мужики, только что на моих глазах один ботинком забил тушкана до смерти. Все, сколько время, смотрим. Один, так, один антирад, одна аптечка, один бинт. Вообще полнейшая жопа, хардкор, блин. 59 патрончиков у нас и 7 на ПБшный. Это на войну, бля. Не, наверное, давайте повременим с бандитами, да? Не хватит нам. А пойдем, наверное, на лесопилку. Там эти тупые зомбаки, их проще отстреливать. Дом запрятался, бля, и в голову прицельно бьешь аккуратно. Зато кабара подымем. Согласитесь, да? Так будет более разумно. Сейчас поспим, наверное, 19.14. Наверное, до утра храпака, блин, как давануть, блин. Да чтобы уже конкретно выспаться. Блин, и уже выдвинемся. Это что? Универсальное зарядное устройство. Видите, какая красота? Небольшой портативный энергоблок величиной с рацию времен холодной войны. Подходит практически любые типы аккумуляторов и батареек. Использует энергию из батареек до последней капли и передает ее в электронные устройства через входящие в комплект небольшие тонкие провода. Можно подключать практически любое оборудование, независимо от сложности и годов выпуска. Именно такие устройства помогают сталкерам поддерживать работоспособное состояние своих электронных устройств. Ну, то есть, я не знаю, чем мы будем заряжать, фонарик, что ли, блин, там батарейки вот эти. Так, все, вес мы сгрузили, да? Антирад 1, аптечка, бинт, 59 патронов, все. Покушать у нас нету с вами, вода имеется, а вот у меня еще сухпай остался, одна порция. Так что ложимся спать, наверное, до 5 утра, пацаны, до 6 спать. А, не, надо посмотреть, сколько время, и потом сколько спать, да, получается, так тут. 19.57. А, ну в 6 утра, вот, да. В 6 утра я, получается, проснусь. Да, спим. Во, выспался, красава. Красава. Сейчас перекусим. Надо было, знаете, как сделать? Перекусить, поспать, а потом перекусить. Я сейчас его второй раз уже использую полностью. Но перекусить надо. С таким голодом, конечно, нет смысла двигаться. О, и выброс начинается, слышите? Или пси-шторм. Слышите, да? Давайте присядем здесь аккуратно. Пойдемте к пацанам. Пока пси-шторм. Вон, что там, хлопчик скучает, перетрем. Да, выброс переждать в укрытии. Здорово, Пашка Замок. Подскажи мне насчет одного дела. Так, ладно, прежде чем говорить, покушаем. Вот, перекусили мы. Видите, как нерационально сделал я. Два раза использовал. Может, надо было поспать, но кто ж знал, что у нас мне не хватит так денег. Конечно, жопа полная, пока не разбогатеем. Надо будет. И с этой локации не уйду, пока в порядок не приведем себя. Будем, значит, прохождение затянется. Спешить я никуда не собираюсь. По квестовой линии имейте в виду. Тут это ни к чему не приводит. Тут надо проходить, досконально изучать зону, вживаться, так сказать, в саму игру. Насколько тут реалистично все сделано. Понимаете? Это для чего и сделано, чтобы вы прочувствовали. Квестовая линия — это все чушь собачья. Если хотите квестовую линию, включайте Зов Припяти обычный и играйте. Здесь наслаждение совсем иное.
Почему им в плане мододела и сделали графическую составляющую, хардкорную, в плане главного героя, как он себя ощущает. Я имею в виду все ощущения психологического, физиологического свойства. Понимаете, о чем речь? Так что на квесты там... Не, ну квесты, само собой, конечно, тоже выполняться будут. Но тут совсем фишка другая, смысл этого мода. Полное проникновение сознания, так сказать, реальности. Как у нас в сведениях? Полный реализм, блин, атмосферные прохождения. У меня же там написано. Так что будем это двигать. То, о чем я вам говорил. Я неспешливо прохожу. Так, хорошо, перекусили, перетрем. Подскажи мне насчет одного дела, спрашиваю. А тебе что-нибудь известно об упавших вертолетах? Ну, это мы знаем. Не встречал ли клички сталкера по кличке Сорока тоже. А вот, по инструменту. Меня это сейчас не волнует. Найди мне немного нормальной жрачки и несколько обезболивающих, и я кое-что расскажу. Да слушай, браток, мне самого нехватка. Я бы тебе без проблем подогнал бы, блин. Согласитесь. Ох ты, Пашка замок. А что ты говоришь? У тебя вон сколько стимуляторов всего. Ну, ему жрачки не хватает. Сколько ты хочешь, допустим, за аптечку? 4000. Видишь, барыга тоже еще тот замок, да? Военный стимпак я даже смотреть не буду. Самопальный. 4200. А обычный стимулятор военный 7300. Посмотрите. 7300 за обычный. Да, нехило ты просишь меня. Ладно, хорошо. Покеда, Пашка замок. Кто еще что расскажет? Тут коряга. Это... Здорово, здорово, здорово. А что у тебя за противогаз интересный такой? Смотрите, да, у него бронька какая. Один я, бля, как этот, как ущербный чувачок. Посмотрите, в каком-то обветшалом плащице, блин, и противогаз под уставший убитый. Тут люди как люди, тут товарищи, блядь, ходят. Стволы у них у всех навороченные. Ну, как навороченные, АКСики, да, раскладные, блядь, там. Он с прицелом у него. Слушай, а, наверное, так, чем сейчас занимаешься, это он провести может. Так, выброс кончился, отлично. А чем сейчас занимаешься, слушай? Да, просто хожу, присматриваю, хорошо. Хорошее место для моего нового схрона. Ох ты, можно, а слушай, возьмешь меня с собой? Ну, у меня патронов не так много, а там явно будет схватка. Тем более у нас антирадов нет. Слушай, мне кое-куда надо. А ты меня в лесничество за сколько проведешь? За 7000 ты меня в лесничество проведешь, блядь. Слушай, Ярик инвалид, а полбу не хочешь, блядь? Я передумал. Вы слышите, да, барыга, блядь? Там в Зов Припяти там 500 рубликов и все. Придется свои... Да иди ты, блядь, главное. Придется... Так, с султаном пока не будем тогда общаться. А идем в лесничество. Потом позже пообщаемся с султаном. Вот у нас лесничество. Сохраним игру после выброса. Все, сохранили игру. По времени у нас 7.48 под утро. Великолепно. Ох ты, какое чистое небо. Посмотрите, погодка шепчет. А нет, туман. Туманчик небольшой. Пробираемся, пацаны, мы с вами в этот. В лесничество пойдем, хабарком разживемся. Вот где-то вот в эту сторону нам двигаться. Стараться надо будет аккуратно, пацаны, проходить, бля. Ну, в том плане, чтобы не вляпаться. А вы посмотрите, такая, как бы дымка туманная, да? Вот, если вперед посмотреть, как красиво сделали. Видимость, да, так как бы? Молодцы, туманная такая дымочка. Спецэффекты, имею в виду, погодные. Так, нам бы еще на сгоревший хутор с вами заскочить. Знаете, зачем? Там посмотреть этот, может, там тайничок есть. Там же ствол хороший, может быть. Но там радиация бьет пока рано, бля. И тут контролера привалить, он в пещере. Наверное, не знаю, насколько здесь будет он или нет. Я имею в виду, где-то здесь контролерчик обитается. А, это я переспал, у меня видимость. Я думаю, что за видимость? Видите, мутная картинка. Это я поспал просто после сна. Тут нельзя так спать. Там же описано, в моде написано эффекты вот эти. Я еще не отошел с утра. Сейчас картинка, видите, восстанавливается. Блин, ну как сделали, пацаны, 5 баллов. То есть, смотрите, мы встали с вами в 7 часов. Я вышел, такая мутная картинка, словно я открываю глаза такая. А здесь, видите, более чистая. И сейчас постепенно она восстановится.
Это мутное зрение вот после сна. Видите, как красиво, все нюансы учли, о чем я вам говорю. Как молодцы, продуманно все сделали. Это же все описано в моде. Почитайте, перед тем, как играть, заходите на сайт официальный. Ой-ой-ой-ой, это что такое, блядь? Жопа как... А, тут псевдо... А, тут же этот... Все, я понял. Блин, я не туда зашел. Понятно, сдох. Ой-ой-ой, я, короче, зашел ближе... Там контролер у нас, да? Да, там внизу контролер, он меня моментально схватил. Видите, да, только про него вспомнили, вы поняли. Там пещерка внизу, он моментально схватил меня и с ней это... Под контроль взял. С утра пораньше мозги-то не варят. Он взял меня под контроль. Так, давайте я, благо я сохранился. Так, сейчас попробуем обойти эту местность. Туда пока-то тогда не суемся. Ну, по освещению же у меня нормально. Да, это я еще не отошел. Да, лучше на DirectX 11. Здесь все нормально. Включено. Тень от солнца. Все, великолепно. Так, обходим эту территорию, блин. Видите, у него глаза замутнения. Это я переспал, блин. Ну, сейчас он восстановится. Сейчас он восстановится. Посмотрите, да? Картинка мутная. Это у меня в зрении. Так продуман мод. Имейте в виду, не думайте, что там графон какой-то. Так продумали, похоже. Так, нам надо сейчас как-то это пройти, не цеплять этого контролера. Вот она, эта пещера. Пацаны, потому что, ну, никуда не годится обойти это дело. Он моментально под контроль берет, и я труп, блин. Просто сразу же меня под контроль берет. Так, по голоду нормально у меня насыщение. Все как надо, да? И стараться пока что ни с кем нам с вами не воевать, блин. Сразу же сейчас до лесничества доберемся, там попробуем разжиться. Там попробуем разжиться. Так, ты чё устаешь? 18 килограммчиков. Слышите, да? По дыханию. Там еле дышит. Ой-ой-ой, это чё? Псевдогигант. ЮПРСТ. Я труп, а? Уходим. Успею? Нет. Псевдогигант. Ну, однозначно с ним сейчас я воевать не буду, блин. Там он еще мутант, блин. А, это плоть у нас, да? Так, как бы мне так пройти аккуратно? Ой-ой-ой-ой, это что такое, блин? Псевдогигант идет, а, сволочь, бежим, не отстанет. Ты посмотри, блин. Не отстанет сейчас, блин. Это я вам точно говорю. Так, стойте-ка. Текстур. На максимально. Да не, это надо. А там кто ходит, а? Там два кровососа, вы посмотрите, там жопа какая-то творится. Чё такая картинка мутная? Это я так поспал, что ли, блядь? Блин, там три кровососа бегает. А, ладно, я потом разберусь. Я потом разберусь. Звук. Без субтитров, только важные субтитры. Скрытые субтитры, блин. Да субтитры при чем здесь, блин? Высокий. Надо, наверное, на максималку можешь поставить, чтобы все прорисовалось хорошенько. FPS-то нормальный, да? Мне просто не нравится вот эта вот картинка смазанная. Поняли, да? FPS у меня 35. Почему? Ну-ка, давайте, знаете, как сделаем? Сейчас я здесь сохранюсь. Вот здесь вот, попробуем. А, это или он отходит так от сна, что ли, блядь? У него так мутит его. Сохранюсь-ка я здесь. Вот, другое дело. Видите, какая красота?
не прогрузилось, похоже, да, или это я просто отошел, блядь, от сна. Видите, все, видимость настроилась. Так что надо за этим следить, да, тут похоже, да, это графический нюанс был, вы поняли, да, надо было просто перезайти, чтобы все прогрузилось корректно. Правильно, играем-то на таких высоких настройках по графону. То есть ничего не снижал. Там, посмотрите, пару кровососов, да, бегает и плоть. Ну-ка, бинокль я скинул, что ли? А, вот он. А, ну-ка. Так, вот плоть, еще там я пару кровососов видел. По-моему, бегало. Ну, короче говоря, видел я их точно. Это факт. Они же невидимые. Но я их увидел. Увидел. Так, ладно. Все, подходим к лесничеству, пацаны. Подходим к лесничеству. А, нет, это я не туда пошел. Блин, кто там в меня стреляет, блядь? А, блядь, кровосос бежит. Ой, кровосос, псевдогигант бежит, блядь, за мной, а? Он так все это время шел, что ли, а? Вы посмотрите на него. Все это время эта гидра за мной ползла, блядь. Я думал, он угомонился уже давно где-нибудь там. Тут тайничков немерено, надо будет обращать внимание. Идет, да? Не отстанет, сволочь такая, не отстанет. Я, во-первых, не туда иду, блядь, мне в другую сторону, а? Вон лесничество у нас. Ладно, обойдем сейчас. Обойдем это дело. Так, надо будет сохранить игру, блин. Вот, да, вот так вот мы дойдем до лесничества. И заодно можно потом точку проверить, скат исследовать. Вот тут вот могут быть, может, инструменты, да? Где вот эти антенны? А там, интересно, есть наверху колобок? Артефакт вот на этой вот аномальной зоне. Пока без этого ни туда не пойдем. Без антирадов, блин. Там моментально убьет, блин. Это факт. Нам сейчас с вами добраться бы до... Ну, правильно, идем. До лесничества. Вон оно, лесничество. Поближе сейчас подойдем, я сохранюсь. Блин, опять уже вздыхаю, да? Да нет, по здоровью все пока нормально. Но меня чуть этот не убил, псевдогигантик. Все это время он за мной шел. Все это время он за мной двигался, вы видели, блин. Это падла. Блин, ну какая красивая графон тут проработали, конечно. То это все-таки графическая составляющая. Не помутнение, хотя может и помутнение зрения. Там черканете. То есть перезашел, видите, все восстановилось. Ну, то есть запись, поняли, да, перезапустил. Или же это он просто по времени отошел от сна. Ладно, это не важно. Сейчас вот тут вот сохраним игру и будем смотреть, кто там, мутанты, блин, или бандиты на этой лицопилке, блин. В лесничестве в этом. Ой, в лесничестве говорю, как там? Лесопилочка, да? Да, или еще кто. Сохранимся еще раз. Так, отличненько сохранились. Давайте аккуратно. Обойдем это дело, блин. Так, как же нам с вами лучше туда подойти, блин? Как же туда лучше подойти-то? Ну, сейчас посмотрим. Бинокль, наверное, надо будет взять пока что в руки. Обследуем территорию. Там, скорее всего, зомбированные, да? Пока я тут никого не вижу. Да, смотрите, падла зомбированная двигается. Отлично, давайте сейчас обойдем с этого входа, да? Аккуратно в ангарчик, в амбар этот. И попробуем отвоевать. Тут есть где проход? Есть, отлично. Так, ствол в руки. Стараться в голову прикладывать, так, чтобы... А, наверное, сразу тут сохранюсь, блин, чтоб мало ли вдруг привалят, блин.
Кто его знает, этих зомбированных, согласитесь, пацаны, как они себя поведут, поэтому лучше сохраним здесь еще. Отстреляемся, бля. Уже ползет, он с кем-то воюет, с мутантами похоже. Великолепненько, давайте аккуратно. Без шума и пыли, бля. Слышите, там они отстреливают. Тихо, хабарок какой. Древесный уголь. А сколько он весит, этот древесный уголь? Интересно мне знать. Наверное, 3 килограммчика, нехило. Ну пусть будет, продадим, блин. Во-во, ползет, ползет. Ну-ка. Блин, сколько в него всадить надо, ты посмотри. Ну надо точно в голову бить. Отлично, в голову бьешь не так много. Так, двоих привалили. Стойте, стойте, пацаны. Хабар, наверное, потом стоит собрать. Согласитесь, да? Хотя у меня патроны, если закончатся, надо будет это. Ну давайте по тихой грусти соберем. Ага, фигушки, фигушки. Фигушки, блин. А где твой ствол, гидра такая? А, вот взял я с него ствол. Вальтер П-99. Так, а у тебя есть что? У тебя есть что? Да у вас такие стволы ни о чем. Я-то думал, блин, разживусь здесь. Не, ну как, ну тоже надо брать, чё ж я. Хоть что-то, блин. Я думал, я разживусь там, какой-нибудь дробовичок с них сниму, понимаете? А тут нифига подобного, блин. Дробовичок не канает снять. Так. Сейчас идем в тайник, может тут инструменты есть. Вон еще один ползет. Давайте их двое там. О! Так. Их, наверное, надо на себя вытянуть. На себя вытянуть потихонечку, да, и отстрелять в голову, бля. Вон ползет, попаду отсюда. Попал, ага, сбил, но он сейчас встанет. Он сейчас встанет, блин, там он еще, падла, двигается. Да, встает, блин. Тихо. Все, свалил, ага. Ну, тоже много патронов, надо ближе. Так не дело, пацаны. Никаких патронов не хватит. Конечно, надо ближе и стараться в голову прикладывать. Вон еще ползет. Давайте поближе подтянуться, попробуем. Так, тихо. Отлично, во. Вот так вот можно работать. Так, ну-ка давайте... Посмотрим, что у вас. У меня уже патроны заканчиваются, честно скажу вам. Ох ты, тозик, великолепно. Но он, наверное, убитый в усмерть, блин. Вообще никакущий этот тозик, я больше чем уверен. Рядовой лимон. Так, что я там взял? Да, смотрите, какой. А там кто воюет, интересно мне узнать. Вон еще одна гидра ползет. Тихо, пацаны. Тихо. Вон он, видите? Сейчас я попробую подснять его. Отлично, прям в башню с трех патронов. Но скоро закончится наша лафа. Наша лафа с вами скоро закончится. Вот примерно так будем разживаться хабаром. А иначе это не дело. Это не дело, что? Мясо тушкана, радиоактивное облучение. Блин, это, не, не буду брать ее даже. 100-рублевые монеты. И нога снорка. Забираем. Мясо тушкана, там радиоактивное облучение. Вдруг, как шкура кабана, блин, радиоактивное будет бить еще у меня. Но это, наверное, имеется в виду радиоактивное облучение в том смысле, если мы ее съедим, правильно? А, нет, все, радиация бьет. Отходим. Не буду даже рисковать. По-моему, если в том случае, если ты ее съешь, тогда только... Типа как радиоактивное облучение. Так, сейчас еще раз сохранимся и будем прорываться туда вниз, в дом. В сам дом по тайничку посмотрим. Там тоже куча зомбированных. Вот здесь вот сохраню.
Так, все великолепно сохранились. Нет, наверное, с этой стороны обойдем лучше. Блин, ну а что ж такая нищета-то, а? Подожди, что ж такая нищета в плане хабара, конечно. В ящиках, интересно, есть смысл тут лутать, блин? Ну-ка. Ага. Хорошо, прорываемся, наверное, хлопцы. Туда, в дом сам. О, еще один ползет. Тихо, аккуратно. В голову прицельно сейчас приложим также. По крайней мере, попытаемся. Он один здесь. А, вот он идет, да? Давай, давай, давай. А, во-во-во-во. Он меня не видит даже. Блядь. Не так-то просто в голову попасть. Он, видишь, двигается. Достаточно патрона. Опять тозик. Но я уже перегружен. Так, что это? Ладно, потом читать будем. Берем. Сейчас не время. А то нашел. Ага. Собираешь хабары, сразу читаешь. Тут сразу убьют просто. И не... Во, вот это получше тозик, да? Ну, я имею в виду по этому. По состоянию. Блин, они пустые все. Я думал, может разрядиться, дробью разжиться. Видите, как хардкорно сделали. Даже не дают, так скажем, патрончиками разжиться, блин. Просто не дают даже разжиться патрончиками. Пустые стволы, блин, ё-моё. Ой, пацаны, у нас 17 патронов осталось с вами, блин. Никуда не годится. Так, обходим территорию, прорываемся в дом. По поводу тайничка, там на чердачке, может быть, даже патронами разживемся. Помните все вы, да? Может быть, разживемся патрончиками. Так, а интересно мне знать, тут мутанты есть у нас? Тут, скорее всего, мутантов немерено, блин. Помните, в СГМе, да, здесь аномалия такая интересная? Заходишь и ствол. Я не помню, в каком моде. Ну, короче говоря, телепортик. Так, а там сталкера с бандитами, да? А, ну пойдемте, чё? Нам-то бандиты нейтралы, мы же нейтралы, блин. Там они отстреливают кого-то. Похоже, зомбированных. О, да-да-да, ну-ка побежали, блин. Так, во-первых, вот этого зомбированного я сейчас привалю. И сниму хабар, блин. Давай, вали, вали его, у меня патронов мало. Ну вали его, ну господи, что-то у меня 17 патронов. Блин, завалить что ли не мог? Так, а ты кто у нас? Капитан Борисов. Ну держи аптечку, что ж поделать. Да спасибо, спасибо, друг. Я последнюю аптечку тебе отдал. Будешь должен? Падла, они весь хабар собрали. О, 10 дроби нашли. Будешь должен, Борисов, блядь. Видели, да, аптечкой поделился с Борисовым. Ох ты, ППШ сняли. Лево, лево битый мне. Так, ну хотя бы хоть какой хабар. О, так тут, блин. Там он, смотрите, это кто? Так, ладно, Саня разбитый, Лёва битый. Давайте сюда еще заглянем. Так, наши пацаны пока военные там отстреляются. Терминаторы тут у них всякие. Сейчас мы посмотрим, что тут имеется. А, кстати, дробь использовать можно. Во, ну-ка, перезарядочка. У меня аж там 10 патрончиков я нарыл. Блин, налобного фонарика нет, блин. Так, они там хабар шмонают. Не успеем, ладно. Так. Делаем вот что. Где наш фонарик? Потому что я нифига не вижу, там надо ползать сейчас будет. Берем фонарик и ножик в руки, блин. Все, отлично. Ну что ты не... Во, сломать уже не можешь. Ашот, люди дорогие, подходи ко мне в магазин, скидку предложу. Ассортимент навалом. Так, ладно, ассортимент ассортиментом. Что тут интересного у вас? Ну, в принципе, неплохо, да, так хабарком разжили. Я имею в виду стволами. Надо будет тозик опробовать. 10 патрончиков имеется.
Так, что тут у нас? А, тут фонарик нам уже не нужен. Тут фонарик нам уже не нужен, блин. А, хотя нет. Хотя нет, пацаны, нужен еще, блин. Вот, чай, да? Водка или какой-то хабар там я снял, блин. Тайник, тайник, похоже. Так, это... Слушайте, а тут инструментов случайно для кардана не канает? Надо более внимательно смотреть. Помните, тут патроны у нас должны быть, да? По СГМ моду, по Зов Припяти. Но тут их нет, блин, я так понял. Тут их нет, вы посмотрите. Вообще глухо, как в танке, блин. Глухо, как в танке, пацаны. Ну, вообще, полная жопа. Как тут выживать? Будем стараться, блин. Так, ладно, не буду батарейки садить. Похоже, тут тишина у нас. Точно, блин, я... Просто, чтобы удостовериться. Может, тут где-то какой-то энигма. Так, ноль у нас детектор. Да, не густо, не густо, блин, не густо. Ну, что-то там взял я. По пище, похоже. Тут тоже тишина, да? Тозик нарастили. Дорого будет его нам починить. Или набор инструментов придется брать вот для этого тозика, посмотрите. Он более или менее, да, но починить у него, у кардана, конечно, ценник будет там высокий. Это я вам точно говорю. Так, это что? Стейк из кабана, блин, радиационное облучение, блин. Вот, 8 дроби-то у нас канает. 8 дроби, блин. Так, ну хорошо, спускаемся тогда, раз такое дело. Спускаемся, пойдемте, может, с пацанами перетрем, распродадимся, да, пообщаемся с этими, с военными или кто там, сохраню я еще разок. Пообщаемся с военными, да, наверное.